У меня кто-то спрашивал в комментариях, как выглядит изнанка. Вот так выглядит. Вот еще. Смотрите, если ниточки обрезать, но здесь будет закрываться изнанка, но вообще, если ниточки обрезать, то, в общем-то, нормальная изнанка. Вот что я снимаю кверх ногами, но не важно. Выровняла я заготовки своими новыми ножичками, линеечками и на новом большом коврике. Как раз протестировала. Все выровняла, все обрезала, все оверложила, все три. Клеем замазала краешки. Строчку оверлока. Лакусечка, пожалуйста, я тебя накормила, выгуляла. Я тебя очень прошу, помощница. Накупанная она сегодня, чистенькая. Чистенькая. Все. Сейчас я облагорожу кружевом краешки и буду примерять к блокнотам и делать уже готовые обложки. Постараюсь показывать этапы. Совеночек мой, помощничек. Чистая, красивая девочка теперь норовит маме помогать, да? Так увлеклась обложками. Все как всегда. Все как всегда. Увлеклась так обложками, что я, в общем-то, их сшила. Потом вспомнила, что я ж... Лакусечка, да что ж ты такая капризная стала? И вот, значит, что я расскажу теперь. Как я их оверложила, я показала. Потом я оверложенные полосы обработала кружевом. Потом, естественно, вымеряла, насколько нужно заложить завороты. Здесь прям, видите, такой прям кошелечек получился. То есть можно такую потайную дверцу здесь, как у Буратино, сделать. Я не стала обрезать. Ну, что ж резать такую красоту? Видите, здесь прям дерево. Так символично, прям такой фэншуй. Дерево, рост карьерный, благополучие, зелень, это денежки. Видите, очень хорошо будет в такой блокнотик, видите, клевер, листочки, как будто, ну, такой денежная энергетика. Цветок, процветание. Вот ты посмотри. Ревнивая девочка требует внимания. Поэтому прям такие символичные блокноты получились. Смотрите, здесь тоже можно по символике. Здесь еще можно, смотрите, красный цветок. Страсть, любовь. Это вот солнце. Любовь на море, мост через воду, через реку. Посмотрите, какая прелесть. А это прям водопад. Здесь такие тропики. Ну прям книжечка, в которую записывать о любви. Стишки там, я не знаю, воспоминания об чудесно проведенном отпуске. И вот третий блокнотик. Тоже кружевом обработала. Ну, кусочки я размером подгоняла, конечно, чтобы блокнотик. Ну, уже потом не обрезая. Насколько он получался размером, настолько я и делала завороты обложки. Здесь тоже такой лепесточек, цветочек. Тоже такой романтичный блокнотик получился. Здесь плохо видно. Гипюровый цветок. В жизни лучше видно. С этой стороны тоже, видите, листик.
общем, можно так рассматривать, трогать, мечтать. Блокнотики продаются. Можно заказать, можно купить эти, которые есть. Надеюсь, вам понравились мои блокноты. Спокойной ночи, уже ночь. Люблю, целую, обнимаю. Ставьте лайки, заходите в гости, подписывайтесь, делитесь в соцсетях, приглашайте друзей. Милости прошу на свой канал.